ребятки, всем-всем огромный привет! Итак, у нас известна дата обновы. Смотрите, ребят, 6 дней. 6 дней остается. Обратный отсчет пошел у нас до мистических яичек. Смотрите, какие здесь забавные будут питомцы нам показывают. Смотрите, о май гад, они такие классные, ребят. Итак, у нас океанские яички убирают, ребят, так что за эти 6 дней срочно нам надо запастись океанскими яичками, ребят. Вот. Их заменят вот эти мистические яйца. Ребята, ребята, 6 дней всего лишь осталось. Вы это можете представить? У нас будет обнова. Е-е-е, круто-круто. Наконец-то у нас будет крутая обнова. Яички обновятся. Вот такие вот классные новости нам сегодня разработчики. Смотрите, все это нам показали. О, классно-классно, да, ребят? Здорово. Очень-очень круто. Мне нравится. И вот еще вот это, смотрите, как прикольно, тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Такой приколюшка, смотрите, вообще классненький. Лапочка, смотрите, какие у него глазки, ушки, рожки и такие вот клычки. Ой, такой забавный, класс. Это типа летучая мышка, да, с ушами кролика и рога кого-то от оленя. Ой, блин, прикольный такой, да, ребят, классный, я его уже хочу. Здорово, вот это, наверное, да, легендарки у нас будут, вот эти вот две. Феникс, птица какая-то, и там какой-то, это тоже, не знаю, типа сова с какими-то крыльями, там, не знаю, динозавра, блин, или от кого. В общем, здорово все будет, я уже жду, не дождусь, ребят. Все, осталось всего-то неделька, даже меньше 6 дней, и у нас будет обнова, ребята, обнова, класс, класс, класс. Здорово. Ребята, пока лисята танцует для вас, подпишись на мой канал, не ленись. 1, 2, 3, здорово, теперь ты мой лисенок, я вас всех люблю. Ребята, я уже в Adobe, смотрите, смотрите, вот наша вывеска. 6 дней осталось, уже написано, то у нас вопросики были, да, здесь, а сейчас уже все точно написано, что 6 дней нам остается до обновы, и ура-ура, у нас будет обновление, круто-круто. Так, ребята, что, пойдемте, наверное, посмотрим наши яички, может, что-нибудь там написали, да, на яичках там тоже обычно же, да, должны написать вместо вопросиков, вот, о, ничего себе, здесь прям народу, да, столько. Так, надо что-нибудь потрейдить срочно. Даже вон фростик есть. Ничего себе, круто. Круто-круто. Так, о, наверное, сейчас, знаете что, яйца, наверное, тоже вот эти вот, да, надо трейдить. А, океанские-то яйца. Блин, а у меня, по-моему, их даже нету. Да, у меня нету океанских яиц, ребят. Мне надо срочно запасаться океанскими яйцами. О, вот это да. Мне надо много денег накопить, ребята. Надо мне найти способы, короче, как накопить много денег. Сегодня буду искать. Если найду, то обязательно вам выложу это видео. Будем вместе с вами копить денежки на океанские яйца, да? Ну а чё, блин, надо запасаться же, потом их трейдить, и они будут у нас уже олдовскими. Так что, ребят, запасаемся, запасаемся обязательно. Так, мне уже тут трейд какой-то кидают. Давайте посмотрим, что нам могут предложить. Может быть, океанское яичко? А, так, нам какую-то картошку дают, блин, ну зачем мне эта картошка, мне картошка не нужна, у меня своя в огороде растет, ты чё? Ладно, ребят, пойдемте посмотрим, наверное, на яйчики, да? Так, поиграем в колесо фортуны прямо сейчас, пиши я. Ух ты, круто, давайте сыграем. Так, давайте я напишу я. Ну а чё? Сыграем в колесо фортуны с девочкой, да? Интересно, как это играть? Наверное, назови цифру, да? Отлично, она пишет. О, круто. Пошли. А, куда пошли? Ну, ладно, пошли. Пошли, говорит. О, мой трэш. О-о-о-о. Сейчас будет разводилово, ребята. Смотрим на эту девочку. Милая написано, да уж. Так, милая-милая. Ну, ладно, посмотрим, какая она милая. Как она нас будет разводить, ребят, да? Так. Ну, что, она ничего не пишет мне? А, ничего не пишет, ребят. Так, пишет. Дай, Пета, я тебе... чё? Так, Пета, я тебе... Чё? Лай, Пета, мне ли не жалко? Короче, ничего не понятно, что она пишет. Ребят, я ничего не понимаю. Давайте я напишу. Не понимаю тебя. Не понимаю я, не понимаю. Чё ты пишешь вообще? Ну и что? Короче, ребят, это какая-то разводилова, точно. Вот она, милая. Так, Асуастар. Вот, смотрите, ее ник. Что-то она тут пишет, короче, ничего не понятно. Ну, вы-то... Короче, ей надо, наверное, Пета какого-то дать. Ребят, короче, не ведитесь на вот эту девочку. Она разводит. Вот она. Асьястар, вот она.
Все, ребят, я пошла, короче, смотреть яйца. Что-то она меня тут отвлекла, блин, со своей колесой фортуны. Ладно, новый развод какой-то, наверное, да, ребят? Ну что? Так, заходим, долго заходим, давай уже заходи. Оу, наконец-то я зашла. Так, ребят, пойдемте скорее смотреть на наши яйца, что у нас здесь написано. Так. О, ребят, смотрите, да, вот нам написали океанские яйца, и новые яйца будут мистические. Ребята, уже написали все, что нам заменят, короче, вот эти вот океанские яйчики на мистические яйца. Так что бегом, берем вот эти яйчики, ребят. Так, давайте я одно куплю. Открывать его, конечно же, не буду, ребят. Вот, я буду их, конечно же, копить, сейчас набирать. Представляете, нам надо сейчас на океанские опять деньги, и потом еще надо будет копить обязательно на мистические, чтобы быстрее, как бы они вышли, быстрее набрать эти яйца и их, короче, трейдить. Это будет вообще, короче, атас, это будет круто. Обожаю новые яйца трейдить, за них потом дают вообще кучу всего классного. Так что надо денег, дофига. Все, ребят, ищу, короче, сегодня я обязательно способ, короче, как нам заработать, короче, много денег, вот. И если найду, то выложу это видео. И, ребят, обязательно тоже делитесь в комментариях. Может быть, вы знаете, как заработать много денег. Вот, ну все, ребят, тогда буду видео свое заканчивать. Новости классные, да? Всем хорошего настроения. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Будет много-много всего интересного. И все, покидушки, ребятушки!